привольно раскинулась между речками Бежгон и Кефарь. Станица сторожевая, основанная в 1858 году, и уже второе столетие она расширяется и на сегодня является одним из самых больших населенных пунктов республики. О позитивных изменениях, заметных в станице последние годы, репортаж Аллы Динаевой. Парк Единения, так называется благоустроенная территория в центре станицы Сторожевая, рассчитанная для проведения досуга людей. Лавочки, горки, качели и тренажеры появились здесь несколько лет назад. А в этом году решили территорию дружбы и отдыха сделать еще просторней. Эта зона, которую мы сейчас реконструируем, она будет соединяться с той зоной, которая уже функционирует, уже отремонтирована. Здесь забор будет частично убираться на территории Дома культуры, чтобы отсюда свободно можно было переходить на ту зону. И здесь работы по благоустройству уже идут. А так как тут установлены три памятника и рядом находится Сторожевская участковая больница, планируется, что территория парка будет более тихой зоной для отдыха, чтобы люди, которые проходят лечение, могли здесь прогуливаться, делится глава Сторожевского сельского поселения Султан Чучаев. Также предусмотрена здесь площадка для воркаунта. Это турники для младшего возраста детей и уже взрослых детишек, которые уже серьезно занимаются. Благоустройство станицы начали в 2016 году, а завершить все работы и реализовать планы помогла программа «Комфортная городская среда», рассказывает глава станицы Султан Джамалович. Дать новый импульс развитию муниципалитета помогает федеральный проект. Рашид Борисович это повторял, говорил, что мы должны создать в муниципальных районах, центрах и так далее центры притяжения для молодых, для старшего поколения и так далее. То есть вот благоустройство нашей парковой зоны, это необходимость. Необходимость. И в этом плане мы заявились на программу «Комфортная городская среда». Нас включили в эту программу. Площадь этого участка парка Единения в станице Сторожевой примерно 50 соток. На 30% работы по благоустройству уже проведены, рассказывает АОС «Бавов», прораб строительной фирмы «Новый век». Если все будет идти по плану, то к концу мая для большой и дружной интернациональной семьи станица Сторожевая численностью порядка 8 тысяч людей будет благоустроено место для досуга. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район.